Владимирцы отпраздновали день рождения российского почтового ящика. 2 августа ему исполнилось 170 лет. В регионе сегодня установлено 1787 ящиков для почты. Из них 910 в сельской местности. Суть в том, что почтовый ящик – это дом, где живут письма. И все мы знаем, что своим домом нужно ухаживать. И нередко мы сталкиваемся с той проблемой, что не все лица следят за своими почтовыми ящиками. И мы хотим призвать молодое поколение, что если они хотят получать корреспонденцию качественно, то нужно следить за ними. Праздник отметили в центральном парке города. Здесь всем желающим предложили создать необычные почтовые ящики с собственным дизайном. Также детей познакомили с историей почты. Наша команда, было 4 человек, мы делали почтовый ящик, разрисовывали его в стиле сладости и конфеты, леденцы. А почему выбрали именно такой дизайн? Почему именно конфеты леденцы? Потому что вся наша команда очень любит сладкое, и мы решили, что вот все-таки это самое лучшее, то, что мы определились, можем вместе делать. В этот день дети отправили праздничные открытки своим близким. Почта разлетелась по всей стране. Мария Котлярова, Стас Трегубов, Губерния 33.